С минимальной разницей в счете накануне ангарский «Ермак» уступил спутнику из Нижнего Тагила. Свою единственную шайбу оранжевые забили под занавес первого периода. Расторопнее всех оказался Архипов. А вот в последующих 20 минутках забивали уже наши соперники. Итог игры 2-1 в пользу хозяев льда. После матча наставник сибиряков напомнил, что это был уже четвертый матч на выезде для его подопечных. Довольно-таки неплохо отыграли, но второй, третий инициатива полностью перешла спутнику. Что-то пытались поменять, но, видать, уже нету ни сил, ни эмоций. Соперник хоть четвертую игру на выезде играет, но он был свежее сегодня. Вот второй, третий период где-то добавили. Внутренние резервы, как мы говорили, достали где-то там в глубине. Ну и смогли победить. До конца регулярного чемпионата остается всего 3 матча. «Ермак» проведет их на родном льду. Сейчас главная задача оранжевой дружины – подняться как можно выше в турнирной таблице.